На католическое Рождество вернутся небольшие морозы и возможен снег, сообщают синоптики. В субботу сохранится влияние атмосферного фронта и влажной воздушной массы атлантического происхождения. Облачно, днем с прояснениями, пройдет мокрый снег, дождь. Влажность до 100%, слабый туман, видимость до километра, гололед, на дорогах гололедица. Ветер 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью -2, +3, днем 0, +4. В воскресенье 25 декабря начнет подмораживать. Ночью столбики термометра могут опуститься до -7, а днем обещают -4, +1. Местами кратковременный снег, мокрый снег. В отдельных районах слабые туманы и гололед, на дорогах гололедица. Медики и коммунальные службы рекомендуют быть осторожными, чтобы избежать гололедных травм. К слову, больницы и поликлиники 25 декабря будут работать по графику праздничного дня, сообщили в Министерстве здравоохранения Беларуси. Учреждения готовы к приему пациентов на случай экстренной госпитализации. Усилена работа травматологов, реаниматологов и других профильных врачей, заверили в ведомстве. Выделены резервные койки по основным профилям, создан запас лекарств и медицинских изделий.